Сегодня 21 июля. Тихая погода. Вчера дожди шли. Я пришел на лагерный пруд. Наш огородчик тут. Вот вокруг показать как. А это вот домик. Где сейчас Роман Малыш. Тут разные люди жили. Это бывший шалаш тут завалился. Когда-то жили дети. Здесь ночевали. Я с ними был. Вот так. А это та самая наша работа. Я даже не вижу, вот я показываю несколько раз. А вот он, частокол. Ну вот так. Бульдозер приходит через неделю, примерно сказали. Начнем отсюда. Вот заходим, тут что есть? Малина. Малина. Там кто-то на огородчике уже есть. Лагерь распустили в понедельник, 18-го. Ночью здесь полиция приехала. С постели детей подняли и бросились бежать. Но милиция сама снимала, они нам вреда не сделали. Никакого. Просто у нас большие были опасения. Пугали, что детей отнимут. В деревне 3 дня дети на улицу не выходят, прячутся. Вот оно где. А Владимир работает со своими ребятишками. Попросили у деревенских помочь лагерю, наоборот. Это деревенские дети теперь. Никакого отношения к лагерю не имеют. Так. Доброе утро, дети! Доброе утро! Сколько времени работает уже здесь? Если 45 минут работаю, тут, заметьте, на 15 минут может тут играть негде. Тут можно посидеть на берегу или зайти поесть. Я покажу, что может быть есть. Попить, Юрга. Попить, играть, попить. Попить. Володя, ты не сказал? А он уехал сейчас. Ну, он придет, ему скажете, привезет. В лагерь больше ни ногой никто, чтобы не ходил. Ни под каким видом. Что нужно, вам принесут. Лагерь полностью для вас закрыт. Чужая территория... Смотри, что он тяпает-то. Правильно или неправильно? Правильно, правильно. Я ему смотри, сказал, чтобы не ударил. Высоко не надо тяпку поднимать. Вот и пока подрезать надо. Вот так. Ага. Значит, у меня что здесь? А трое, а где четвертый? Четвертый, у него что-то живот, говорит, болит. А. Ну, у него теперь не болит живот. Ну, потом мы его возьмем. Они молока много едят, я же говорил. Да. Поясок-то где у тебя, Леша? Так сегодня блины ели. В деревне это... Ну, а как он снял? Как? Там же 4 узла было. Ну-ка разберись, в чем дело? Сейчас в кофте он достанет. 4 узла должны быть на поясе, чтобы ни под каким видом не раз... Не это. Вот на березе сидят там на сухой. Птицы, коршун, вороны. Чтобы ничего не попортили. К гороху не подходить, он только начинает. Никуда ни шагу. Ни к помидорам, ни к чему. Разрешается только Юргу. Пока. Если я посмотрю, малина есть, дам сигнал. По 10 ягодок можно будет. Но остальное больше ничего не трогать. Ни крыжовник, ни смородину, ни вишню. Там совсем ничего нету. А там он далеко где-то на стадо потеряевских коров. Не знаю, видать. Нет. Наверное, не видать. Я плохо навожу. Вообще не вижу, сейчас снимаю, даже не вижу. А вон там в стороне вот это деревья, это лагерь. Лагерь, где были дети. Где отдыхали. Ну, дьявол позавидовал. Скинул их. Так, а ты еще так стоишь. Ну, смотри, как она сидит. Вон. Ты вниз головой работаешь, голова будет болеть. Зачем тебе так? Больше никогда так не становись. Потому что трава... Да, я тебе сказал, присядь.
Вот она делает правильно. Вот так вот, присядку. Наклоняться не надо. Потому что спина устанет, во-первых, у тебя, и голова. Вот я им сказал, есть юргу. У нас тут юрги много. Много было. Вот растет облепиха, но вороны съедают сразу. Ну, ягода есть, но она зеленая еще. Еще зеленая съедает. Я поставил сеть, ловить начал ворон, грачей. Ой, как завопили везде, ой-ой-ой, убивают. Я говорю, да все съедает, ну и пусть съедает, да есть нечего, ну и пусть нечего. То есть народ одурелый. Особенно интернет стал выявлять вот это. И скрываются. Петр Первый сказал, считать не по бумажке. Своими словами, дабы дурь каждого была видна. Вот сегодня эта вся дурь вылезла в интернете. Своего ничего не имеет. Вокруг моей колокольни беснуются, пляшут, улюлюкают. А у самих ничего за душой нету. Ни грамма. Да. По чужим дворам лазят. И у нас огромная работа предстоит нынче. Три пруда восстановить. Три. Три. Притом один совершенно за территорией деревни, еще не включен в нее. И прежнее состояние вернуть. Да кто это за то будет браться-то? Ну вот, Бог позволил вступиться в битву. Все, пока.